папы, благодаря таким приборам, у меня было папа перед, перед инсультное состояние. Вот. Это в один момент человек с утра встал и 30 минут не мог понять, где он и что. Вот. Именно благодаря вот этим вещам, то есть он и на пенсию вышел, и сейчас уже на пенсии благополучно, и нам ремонт в квартире сделал, что он полный, ну, в плане помогал, то есть все сделал. Поэтому приборы, то есть в нашем окружении практически нету людей, у которых таких приборов нет. Вот. И на самом деле у большинства наших партнеров-консультантов их все окружение состоит с пользователей прибора. Потому что, повторюсь еще раз, это приборы для умных людей. Спасибо.